Нет ничего больнее на этом свете, чем встретить взгляд ребенка-сироты в его глазах весеннего рассвета. Вопрос сердечный. Мамочка, где ты? Я прячу взгляд. Мне стыдно, горько, жалко. Чем виноват мальчишка 5 лет? Его ручонки тянутся к подарку. Вот только милой мамы рядом нет. Прости, малыш, смотрю в твои глазенки, и сердце плачет глубже и больней. Не отнимайте детство у ребенка, не покидайте матери детей. Безумный мир, обиженные дети, куда летишь, куда несешься ты? Вся красота, все золото на свете не стоит и слезинки сироты. Не оставляйте сирот, посмотрите, как радует их ваша доброта. Чужое детство на руки возьмите, не думая, что это сирота. Согласитесь, большинство физических болей можно или вылечить, или обезболить, как, например, боли в шее и голове. Но так не поступишь с душевной болью. А что может быть больнее, что может быть обиднее, чем предательство самого родного и близкого человека, мамы? Если мы можем, давайте сделаем так, чтобы в нашей стране такую боль испытывала как можно меньше детей. Ночь. Старый детский дом. В кроватках маленькие дети спят тихим, безмятежным сном, не зная, кто за них в ответе. Один лишь мальчик у окна лежит с открытыми глазами. Где моя мама? Где она? Слова смешались со слезами. Как трудно малышу понять, что маме он уже не нужен. А здесь лишь чистая кровать, и завтрак вовремя, и ужин. Уснул, и снится ему вновь, что он любимый и послушный, и материнский.